Добро пожаловать на программу «Расцвет пробуждения». Это я, ее ведущий, Гермес Фалькао-младший. Сегодня мы будем говорить о великом поручении, о том, как важно церкви понимать ее миссию на этой земле. Кроме того, у нас должно быть осознание того, что каждый должен принимать участие в великом поручении. Мы похожи на ящик с инструментами. Если вы сталкивались с таким ящиком, вы знаете, что в нем можно найти разные отвертки, плоскогубцы, молоток. И у каждого отдельного инструмента есть своя определенная цель. Нельзя пользоваться плоскогубцами вместо молотка. Плоскогубцы не выполняют той задачи, которая может быть под силу только молотку. И наоборот, если вы возьмете молоток и а попробуете пользоваться им, как пассатижами, не думаю, что у вас что-то да получится. Мы используем эти инструменты в повседневной жизни. Они нам понятны. Но мы можем также применить этот принцип к телу Христа. Церковь также похожа на ящик с инструментами. При этом каждый инструмент имеет свою цель и функцию, и вместе они все очень полезны. Они все драгоценны и имеют свое Место в Царстве Божьем. Давайте рассмотрим великое поручение. Иисус сказал нам в Евангелии от Марка 16 главе. Это, кстати, последние слова Иисуса. Он произнес их, когда он возносился на небеса. Он оставляет нам поручение. Это не мнение и не предложение. Итак, 16 глава, 15 стих. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Это повеление ученикам Иисуса Христа. Он говорит, идите по всему миру. То есть Он не ограничивает их только Израилем и еврейским народом. Он посылает их по всему миру, чтобы они проповедовали Евангелие, добрую весть о царстве всякому творению, что включает всякого человека на планете, вне зависимости от того, какой нации, стране, какому статусу или какой религии они принадлежат каким бы ни был их цвет кожи, каждый человек должен услышать Евангелие Иисуса Христа. Это пламенное желание в сердце Бога. И приближаясь к Его сердцу, вы также подхватываете желание проповедовать Евангелие, прославлять имя Божие в разных языках, культурах и племенах по всему миру. И я верю, что мы как церковь должны осознавать, что мы должны участвовать в этом, как только мы можем. Для участия в распространении Евангелия есть различные способы. Кто-то призван стать пастором, проповедником, кто-то может быть евангелистом. Кто-то призван служить за кафедрой, кто-то призван проводить массовые евангелизации, а кто-то призван учить и наставлять. Но вне зависимости от того, призваны вы к публичному служению или нет, вы призваны говорить об Иисусе Христе. Я верю, что есть бизнесмены, которые не только призваны финансировать Евангелие и Великое Поручение, но и также в корпоративном мире они могут быть устами, к которым прислушиваются другие бизнесмены. Они не станут слушать проповедников, а вот их услышат. Я верю, что есть юристы, верующие люди, исполненные духом. Возможно, они не проповедники, но они служат Богу, они устанавливают справедливость. В зале суда они могут быть устами, которые возможно, не проповедуют Христа напрямую. Но своим поведением, характером, они являют Божью любовь. Я верю, что есть врачи и учителя, художники и музыканты, а также представители всех других профессий, которые помазаны Господом быть устами, говорящими от Бога, в доверенной им сфере влияния. Я верю, что многие верующие хотели бы, чтобы Бог использовал их, но не знают, как это сделать. Наше служение дает вам такую возможность. Вы спросите, а о чем это я? А я вот о чем. Если у вас есть желание пережить на себе, что означает служить на миссионерской ниве и достигать Евангелием другие народы, Наше служение каждый год дает вам такую замечательную возможность. Мы формируем команду из самых разных стран. Некоторые из них совсем не имели опыта служения. Однако они едут с нами. Мы собираемся все вместе. Вместе молимся, общаемся, пытаемся мотивировать и вдохновлять друг друга имеет место молитва с передачей помазания, учения, свидетельства. И также мы вдохновляем людей выходить из зоны комфорта, позволить Богу их использовать. Они могут молиться за больных, пророчествовать. Они могут возложить руки на людей или просто обнять, проявляя к ним Божью любовь осязаемым образом. В прошлом году мы повезли команду в Бразилию. Вы увидите видеосюжеты, в которых услышатся отзывы пасторов и просто членов команды. В прошлый раз с нами была отличная команда из Финляндии. В октябре мы снова повезем группу людей в Бразилию. Вы можете запланировать вашу поездку с нами заранее. Это будет очень важная поездка для вас. Бог будет служить вашему сердцу и через вас, касаясь нищих и тех, кто нуждается в этом мире, Бог будет творить невероятные вещи. Мы предоставляем такую возможность, потому что верим, что во всех церквях должно произойти пробуждение, и люди должны понять, что каждый верующий важен для исполнения великого поручения. С такой миссионерской поездки вы вернетесь домой полной энергии, силы и пламенного желания увидеть то, что вы видели в этой миссии в Бразилии или где бы то ни было, также и в своей стране. И если Господь мог использовать вас в миссии, то Он будет использовать вас и дома. Итак, сейчас вы увидите видеосюжеты с чудесами и историями людей. Это поможет укрепить вашу веру. Когда вернемся, я помолюсь за вас. Расскажите, кто вы и что вы пережили. Меня зовут Бонни Брунер. Я из Вашингтона, округ Колумбия. Я видеооператор. Эта поездка помогла мне по-новому взглянуть на жизнь. На то, что важно в свете вечности. Я увидела множество чудес. Они происходили прямо у меня на глазах. Господь удивительным образом касался людей в Бразилии. И все это потрясало меня. Для меня огромная привилегия, что я могла снять это на видео. И также сделать фотоснимки. В этой поездке... Я научилась созерцать Бога и Его славу, созерцать все Его чудеса и знамения, все эти чудесные вещи, которые творит сегодня наш Господь. Рекомендуется другим поехать в эту миссию? Да, рекомендую. В начале поездки я нервничала, точнее, я была не уверена, что смогу быть полноценной частью команды. Тем более, что это представители двух разных культур. Я не знала, как я смогу влиться в команду, в общение. Тем более, что я поехала сама, без семьи, без знакомых. Но потом я убедилась, что Бог, наш Господь, как всегда превысил все мои ожидания. Это продолжалось на протяжении всей поездки. Господь заботился. Я не только обрела огромную любовь к бразильскому народу, увидела, насколько важны для них простые человеческие объятия, но также мы провели чудесное веселое время с командой. Мы много смеялись, мы были очень дружны и открыты друг для друга. Нам всегда было весело вместе. Я увидела, какой удивительный наш Господь. Убедилась, что жизнь христианина вовсе не скучная. Она полна приключений. И это правда. Сегодня было замечательное служение. Впервые в своей жизни я молилась за многих людей. Помогать людям было огромным благословением для меня. Любая проблема под вашими ногами. Аллилуйя. Это может быть болезнь или депрессия, какое угодно действие дьявола. Вы над ним. Вы над этой проблемой. Вы сверху всегда. Аллилуйя. И это правда. Это настоящая жизнь. Это то, что значит жить с Богом. Разве это не добрая новость? По-моему, очень даже добрая новость. Глядя на нас, сатана кричит, нет. Только не это. Ему не нравится, что здесь происходит. Аллилуйя. Но у нас есть сила над сатаной, над ним. Аллилуйя. Я хочу прочесть место из первого послания Петра, 3 глава, 8 и 9 стих. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Благословляйте, зная, что вы к тому призваны. Мари, расскажите, чему вы научились во время этой миссии? Я узнала много нового, но в особенности я увидела, насколько сострадателен наш Бог. Мы не можем по-настоящему это уразуметь. Но если мы имеем крошечную часть его сострадания, оно нас переполняет. Скажите, а вы бы рекомендовали кому-нибудь такие поездки? О, я хочу вдохновить людей присоединиться к миссии ⁇ Расцвет пробуждения ⁇ во время такой поездки Бог поместит вас туда, где Он даст вам свое сострадание, и позволит вам делиться Его состраданием, чтобы созидать и вдохновлять Его тело, в то время как Он будет воодушевлять и назидать вас изнутри. Поэтому я призываю вас поговорить с Богом о том, чтобы поехать на миссию служения, расцвет пробуждения. Благодарю. Я Джунас, я из Финляндии, работаю персональным тренером. Я очень люблю Иисуса. Мне нравится слышать голос Божий и повиноваться Духу Святому. Бог пообещал мне, что я поеду в миссию в страну, где я никогда раньше не был. И это... это Бразилия. Он пообещал мне, что это изменит мою жизнь, и сегодня я вижу, что моя жизнь совершенно изменилась. То есть, когда ты постоянно ходишь на связи с Духом Святым, пребываешь в общении с людьми, и люди спасаются. Я считаю, что главное ⁇ завоевывать души для Христа. Мы также увидели спасение десятков людей. И к тому же мы видим, как происходят чудеса. Открываются глухие уши, открываются глаза слепых, в одно мгновение исцеляются сломанные бедра, исчезают опухоли размером с яблоко или размером с апельсин, размером с теннисный мяч. Люди исполняются Духом Святым. Это просто удивительно. Словно мы читаем книгу Деяний. Когда ученики выходили на улицу, совершали чудеса, исполняя дело Царства, будто бы мы перенеслись далеко в прошлое, и это великолепно. Мы вернулись в студию. Надеюсь, эти истории и слова вдохновения от членов команды послужили благословением для всех вас. На самом деле, никаких слов не хватит, чтобы выразить, что Бог делал в Бразилии. Когда мы собирались вместе и молились за нашу команду и с командой, это было просто потрясающим, потому что каждый человек мог рассказать о том, как Бог использовал их, чтобы коснуться людей. Было много примеров того, как Бог касался людей через нашу команду. Люди исполнялись Духом Святым, начинали говорить на языках впервые в жизни. Когда несколько членов команды возложили на них руки, они исполнились Духом и заговорили на языках. Я помню один вечер, когда люди один за другим получали крещение Духом Святым через молитву членов нашей команды. Именно для этого времени вы помазаны. Божий замысел в том, чтобы использовать вашу жизнь в это время смятения и хаоса. Верующие люди должны пробудиться, должны осознать, что Бог желает их использовать. Это не театр одного актера. Дело не в проповеднике, но в имени Иисуса. Послушайте. Бог поставил лидеров и проповедников, чтобы в это время они могли подкреплять тело Христа, высвобождать. людей для того, чтобы они исполняли великое поручение. И впереди у нас еще так много работы. Я приглашаю вас поехать в октябре вместе с нами. Если у вас есть желание быть использованным Богом, присоединяйтесь к нашей поездке. Прекратите искать отговорки. Иногда люди не делают шаг веры, находя разные отговорки. Пора уже оставить всякие оправдания. К примеру, я часто слышу отговорку ⁇ У меня нет денег ⁇ Уверяю вас, если только вы будете верить Господу, в прошлом году несколько людей сказали нам, что у них нет денег на поездку. Мы молились о них и сказали, если вы верите, что Господь видит вас в этой поездке, и у вас есть огромное желание, то Бог верен, и Он сделает все, чтобы вы смогли поехать. И вы поедете с нами. И, разумеется, Бог все устроил. Поэтому, если вы говорите, «Гермес, у меня нет денег», если у вас есть желание поехать в эту миссию, Бог обеспечит вас всем необходимым для этого, но вы должны молиться об этом и верить, что Бог сделает это для вас. Не говорите, «Я не могу, если у вас в сердце есть желание от Господа, и если Бог вложил вам это желание, вы должны сказать, я смогу, потому что Бог мой обеспечитель. Также я слышу, у меня нет опыта служения. Что ж, для того, чтобы приобрести опыт, надо с чего-то начинать. Нет того, кто знает все. И никто не начинает с того, что уже все знает. Мы всегда чему-то учимся. Для этого мы призываем вас в такие миссии. Мы готовим такие поездки, чтобы люди могли пережить на себе и могли отдавать. Мы будем оказывать помощь бедным, проводить евангелизации в трущобах, где многие люди жаждут услышать Евангелие и ответить на призыв к спасению. Бог будет творить чудеса и изменять судьбы людей. Это произведет огромные перемены. Я верю, что вы должны быть частью этого, если ваше сердце горит для миссии. Присоединяйтесь к команде из Финляндии. Регистрируйтесь уже сегодня. Для этого вам нужно зайти на сайт, указанный на вашем экране. Когда вы зайдете на сайт, вы сможете заполнить заявку. Для этого вам нужно зайти в раздел ⁇ Мероприятие ⁇ и найти... Подзаголовок ⁇ Миссия в Бразилию ⁇ Там вы сможете найти всю информацию, промо-видео и форму заявления. Заполните заявку, свяжитесь с нами и регистрируйтесь как можно скорее. Мы уже получаем заявки. Люди начали регистрацию. Мы призываем вас записываться в миссию заранее, потому что для тех, кто зарегистрировался заранее, есть определенные привилегии. Я имею в виду тех, кто оплатит всю поездку до июня. Поэтому будет здорово, если вы зарегистрируетесь как можно раньше. Я хочу молиться за вас, чтобы Бог даровал вам силу и пробуждал ваше сердце к жатве исполнять великое поручение. Пусть великое поручение мотивирует вас завоевывать души для Иисуса. Мы будем молиться и верить Господу, ведь Иисус сказал, «Молите Господина Жатвы, чтобы Он выслал делателей на Невы». Об этом мы и помолимся. Давайте вместе молиться о том, чтобы Бог выслал делателей, чтобы Бог поднял армию, которая побежит с огнем Божиим, проповедуя Евангелие всякой твари. Отец, мы молим во имя Иисуса за каждого нашего зрителя, да будут они наполнены Духом Святым и силой. Отче, точно так же, как Божьим огнем была наполнена ранее церковь, зажги своим огнем моих братьев и сестер, зажги их, чтобы они не умолкали, не искали отговорки, но мотивированные великим поручением, стремились исполнить его. Пусть они исполнят свою роль в жатве. Я прошу тебя, помажь их свежим елеем с небес. Я разрушаю всякую силу отчаяния, разочарования и депрессии. Все, что мешает им цвести в тебе, да будет удалено. Я разрушаю всякую преграду и всякий плен и провозглашаю их свободу во имя Иисуса. Также, Отец, я молюсь за каждого болящего. Освободи их от болезни. Даруем божественное исцеление чтобы ты мог мощным образом использовать их в своем царстве, чтобы они могли идти по всему миру и благовествовать о Христе всякой твари. Мы благодарим тебя за тело Христа, за церковь твою в это последнее время. Пусть она поднимется в силе с великими чудесами и знамениями. Пусть твоя слава сияет через твою церковь. Во имя Иисуса. Аминь. Есть еще один способ, как вы можете принять участие в жатве? Как именно? Став партнером нашего служения. Послушайте, если вы посеете свои финансы для работы Царства, Бог умножит ваши финансы. Если вы вложите финансы в распространение Царства Божьего, Бог коснется ваших финансов, вы обязательно будете благословлены. Если ваше сердце горит великим поручением, вы захотите сделать ваш вклад. Нет ничего лучше, чем вкладывать вечность. Вас ожидает великая награда. Зайдите на сайт, указанный на экране, в раздел Пожертвования. Также вы увидите там опцию Партнерство. Вы можете стать нашим ежемесячным партнером. Дайте нам знать, что вы готовы нас поддерживать, для того, чтобы видеть как разные народы содрогаются под силой Божией, и Царство Божие будет расширяться на этой земле. Станьте нашим партнером сегодня. Иисус сказал, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Поэтому вложите ваши финансы в служение, в исполнение великого поручения. Мы вас очень любим, ценим и благодарим. В этом году мы сможем достичь Евангелия многие страны. Поддерживайте наши руки, и мы будем делать дело Божие вместе. Люблю вас и благословляю. Спасибо, что смотрели нашу программу. До следующей встречи. Благословений.